Жбанов предпочитает защищаться. Только что не стучит по паркету баскетхола. Барфорд. 16 секунд остается. Мяч все-таки у Кумперсела, и он с дальней дистанции забивает и сравнивает счет. Против него был лучший защитник команды Георгий Жбанов. Матч еще не выигран, может быть, слишком радуется сейчас скамейка Лока. Счет равный, и, возможно, впервые в истории этого финала мы увидим овертайм. Иван Паунич призвал действительно пока что...